В Италии опасная для здоровья жара. Красное предупреждение сразу для 22 городов действует со среды, а праздник Феррагоста в четверг прошел в режиме повышенной готовности медиков. Они неустанно призывают население избегать нахождения на солнце и соблюдать питьевой режим. Регион Лацио, к которому относится столица, Рим, обнародовал чрезвычайный план по борьбе с последствиями тепловых волн для здоровья людей. В некоторых районах там зафиксировали всплеск обращений за неотложной медицинской помощью. Several hospitals' emergency departments have activated a special protocol which prioritizes admission for patients suffering from health issues caused by the heat. Among these patients in a country with a large population of over 65 years old, the majority are the elderly. È abbastanza evidente come si tratti di una fascia anagrafica ad alto rischio per complicazioni di vario tipo, specie e genere. Le patologie che noi vediamo più frequentemente in questo periodo sono rappresentate dal peggioramento delle malattie croniche, quindi lo scompenso cardiaco, le aritmie, le infezioni, il peggioramento della funzione renale, i disturbi del comportamento. Работа в условиях экстремальной температуры может быть очень сложной. Подсчитано, что ежегодно в Италии фиксируют до 4000 травм, связанных с плохим самочувствием на рабочем месте на пике зноя. Профсоюзы, особенно в строительном секторе, начали кампанию по повышению осведомленности общества о рисках жары. Они призывают правительство ввести новый свод правил для защиты работников. Al momento attuale, che è un momento caratterizzato per esempio dal cambiamento climatico. Cioè, cosa vuol dire lavorare in edilizia 30 anni fa e cosa vuol dire lavorare adesso, per esempio da giugno a settembre? Una giornata di 8 ore media può essere fatta da 6 ore, 6 ore e mezza, 7 ore con pause e fascia meridiana molto anticipata d'estate e magari 8 ore e mezza, 9 ore d'inverno. А вот туристы, особенно иностранные, судя по всему, не так страдают от повышения температуры. Банк Италии неуклонно фиксирует рост их трат в стране, начиная с середины весны.